так громко. Ну-ка, давайте посмотрим, кто же это. Ой, здравствуйте, детишки, девчонки и мальчишки. Я веселая игрушка. А зовут меня Петрушка. Ой, какой Петрушка, ребята. Ой, красивый колпачок, ловко сдвинут на бочок. Я вам мячики принес, посмотрите, разные. Зеленые, желтые, красные, синие. Очень любят все ребятки мячики играть. С разноцветными мячами упражнения выполнять. Так, ну-ка давайте, сделаем кружочек. Что за Петрушка? За ручки беремся, делаем кружочек. Давай, раздуваемся, раздуваемся. Пузырь надуваем. Так, Петрушка, помогай нам. Илюшенька, бери Данечку за ручку. Давай. Надули пузырь. Ну-ка. Держи, Даня, за ручку, не отпускай. Иди ко мне сюда. Так, ну. Надули пузырь. Надуваем, 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 надуваем. Надули. Все. Сейчас молодочку приготовим. Подожди, приклеили ножки свои. Молодцы. И тихонечко стоим на своих. Стоим на своих мечтах. Вам не нужно сам мячики даст. Да, он вам раздаст сейчас мячики. Посмотрите, какие красивые мячики нам Петрушка. На тебе, Петрушка, мячик. Какого цвета мячик? Красного цвета тебе, Петрушка, мячик. Держи. Ребята, Петрушка хочет посмотреть. Илюшенька, вставай ко мне. Как мы с вами занимаемся. И как мы с вами умеем упражнения делать красиво с мячиком. Покажите мне, пожалуйста. Мне смотрите, берем мячик с вами. Будем мячик поднимать, поднимать и опускать. Дружно с мячиком играть. Поднимать, опускать, поднимать и опускать. А теперь ножки развели в стороны. Будем мячиком наклоняться, будем мячик на пол класть. И поднимать, ой, молодцы, и на пол класть, и поднимать. И дружно с мячиком играть. А теперь, ребятки, будем с мячиком приседать. Смотри, Петрушка. Ой, будем с мячиком приседать и вставать. Илюшенька, иди сюда. Приседать. Как мы приседаем? И вставать. Дружно с мячиком играть. А теперь будем с мячиком расти. Ну-ка, тянемся, тянемся к солнышку. Как мы растем. Ой, какие детки у нас большие. Вот Петрушка какие упражнения у нас делает. Молодцы. И Алиса молодец. И Даня, и Виолетта, и Ксюша, и Илюша, и Анечка. И другой Данечка. А теперь я с вами проиграю другую игру. Будем мячик вам, Петрушка, кидать. Да, давай я подержу твой мячик, Петрушка. А ты покажи, что ты будешь с ребятками делать. Ну-ка. Я буду вам кидать мячики, а вы будете их ловить. Лови, Алиса, тебе мячик, лови. Ой, молодец, а теперь мне. Молодец. Молодец, лови. Опа, давай, мой хороший мячик, кидай мне скорее. Ой, какая молодец, лови. Молодец, умничка. Ой, какие молодцы, какие мячики, хорошо ловите. Ну-ка, давай. Ой, молодцы какие, давай. На места свои с мячиком. Держи, Анечка, давай, ставь. Ой, лови. Ой, какие молодцы. Давай, хорошо. А теперь, Петрушка, ребятки, тебе покажут, как мы мячики катать умеем. Садимся скорее на корточки. Ой, я тоже хочу попробовать, ребятки. Держи мячик. Будем мячики катать, посмотрите. Из ладошки в ладошку. Посмотри, как мячик катается. Ой, как здорово. Как мячик катится. Ой, молодцы. Прямо в ручки, прямо в ручки. Вот так мы, Петрушка, умеем. А теперь, ребятки, скорее приносите наши мячики в вагончик обратно. Вагончик. Алиса, давай неси. Ну-ка, Петрушка хочет с нами поиграть, наверное, да, Петрушка? Ребятки, давайте мы с вами все тоже превратимся в мячик. Ручки ставим на пояс. На пояс и попрыгаем, как мячики. Прыг-скок. Ой, ты сволочь, вон ты мяч. Ты куда помчался, скай? Кидайте, ставьте.
Давайте, куда подальше? Подальше, Анют, Данечке. Кстати, сюда. Ой, какие молодцы. Ну, Петрушка. Раз, два, три. Лови! Скамеечки снимаем, чуть не успею.